Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографией. Бенедиту Калишту де Жезус, бразильский художник, педагог, профессор, историк, астроном-любитель, дизайнер, фотограф и картограф. Я пользуюсь данными Википедии, их не очень много. Родился 14 октября 1853 года в Сан-Паулу, Бразилии. Самоучка, первые свои эскизы выполнил в возрасте 8 лет. В 16-летнем возрасте переехал в Сантус, где ради заработка был вынужден заниматься покраской стен и изготовлением рекламных вывесок. Начал карьеру в качестве портретиста в городе Сан-Паулу, где проявил талант, вскоре признанный элитой города, представители которой спонсировали его поездку для учебы во Францию. Обучался в Академии Жулиана под руководством Гюстава Буланже, Жюля Лефевра и Тони Роберт Флёри, один из крупнейших представителей бразильской живописи конца XIX – начала XX веков. В своих работах изобразил современный ему бразильский быт, культуру, ряд известных персон, в частности портрет Бартоломео Лоренцо де Гусмана. Это бразильский и португальский священнослужитель, один из пионеров конструирования летательных аппаратов легче воздуха. Писал пейзажи побережья Сан-Паула. Кисти художника принадлежит находящее ныне в здании биржи Сантуса полотно в стиле неоренессанса, на котором изображен город. Небольшая коллекция его произведений хранится в пинакотеке Бенедиту Калишту, сохранившемся особняке одного из бывших кофейных баронов. На полотнах художника изображены городские пейзажи Сантуса и его окрестностей. Работы художника хранятся также в Музее религиозных искусств Сан-Паулу. Умер в Сан-Паулу в 1927 году в возрасте 76 лет. Вот так вкратце, из Википедии данных не очень много о бразильском художнике, педагоге, профессоре, историке, астрономе-любителе, дизайнере, фотографе, картографе Бенедиту Калишту де Жезус. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.